Улица Молодежная, 14/30. Здесь ведут работы специалисты ТСК «Мосэнерго». Старые изношенные трубы магистральной теплосети заменили на новые. Протяженность почти 140 метров. Рабочие выполнили прокол под дорогой и аккуратно завели теплосети под землю. Ход ремонта на контроле у главы Дмитрия Волошина. Все эти трубы, они уже расслаиваются просто. Все, они ломаются просто, элементарно. Вот. Все, это металл, смотрите, он рассыпается просто в руках. Работы позволили привести в норму параметры теплоснабжения сразу на трех улицах – Бабакина, Панфилова и Молодежной. Пока проводились работы, подача воды в многоквартирных домах не прекращалась. На участке организовали временную схему для того, чтобы теплоснабжение поступало бесперебойно. Наша задача – не ждать, пока снова эта труба лопнет, а менять все, что попадается нам под руку, пока мы ремонтируем. Конечно же, это не говорит о том, что больше не будет ни единого порыва. Мы не знаем, потому как есть разводящие сети, и они тоже в состоянии не самом лучшем на сегодняшний день. Но мы каждый день 10-15 участков в Химках ремонтируем. Напомним, что для оперативного решения вопросов по части теплоснабжения в Химках работает штаб по отоплению. Заседание проходит два раза в день. Дмитрий Бочаров, Софья Ткаченко, новости Химки ТВ.